Загнали волки собаку, окружили и хотят сожрать. Собака просит не сжирать ее, а взамен обещает помогать им, загонять овец и прочее. Ну, волки посовещались и решили собаку оставить. 2 года она жила с ними в стае, помогала им, учила их всему, загоняла им овец, показывала различные места. И настала особенно голодная зима. Охота неудачная, волки голодные, отчаявшиеся, посовещались и решили все-таки собаку сожрать. Сожрали, косточки похоронили, поставили памятник и думают, что написать. От друзей? Ну так какие друзья? Сожрали ведь. От врагов? Так ведь 2 года вместе жили, бок о бок, никто в обиде не был. Подумали такие, от сослуживцев.